Первый тигренок попал на Алтайскую землю 8 лет назад. Благодаря Владимиру Путину он подарил амурскую тигрицу Багиру Барнаульскому зоопарку. Со временем тигровый клан начал разрастаться. Сегодня он включает уже 7 хищников. Двое взрослых Багира и Шерхан, подросток Маяк и четверо пока безымянных, но характерных тигрят. Ранее в зоопарке проживал еще один тигренок, сын Багиры и Шерхана, Ермак. Он очень полюбился барнаульцам за игривый нрав. 2 года назад 5-месячный малыш сменил место жительства. Из Барнаула уехал в Улан-Удэ. Вот такой вот пушистик наш, пушистик такой хороший. 2000 километров на машине в детском кресле. Его нелегкое путешествие барнаульцы отслеживали в социальных сетях. Сегодня в день тигра. Сотрудники бурятского зоопарка передали привет от уже спокойного и даже несколько флегматичного Ермака. Вот он, и Рёма наш, передает всем барнаульцам привет. Для виновников праздника в барнаульском зоопарке тоже продумали развлекательную программу. Тигрята купались, играли и вкусно лакомились. Шерри, отдай, Шерри. Пока в барнаульском зоопарке проживает 7 тигров. Это одни из любимцев и сотрудников учреждения, и посетителей. Последних особенно умиляют полуторамесячные малыши. Совсем скоро они могут пополнить ряды постояльцев других зоопарков. На диких котят поступило уже несколько заявок из разных регионов страны. Валентина Аскерова, «День с толком».